ожидается в этом году примерно около 4 видов гриппа. И все они входят в вакцины, которые поступили в поликлинике Крыма. И любой желающий может прийти и вакцинироваться от гриппа. То есть в солнечные дни нужно находиться на открытом воздухе, да, постараться еще набрать этого солнышка на будущее, режим дня, чтобы был правильный, избегать стрессов. Ну, питание должно быть сбалансированным, содержать побольше фруктов, овощей, желательно местных. Продолжать носить маски в закрытых помещениях, продолжать мыть руки. Когда приходит человек с работы, он должен первым делом помыть руки, умыться, вот, снять свою верхнюю одежду, повесить ее в шкаф, и только тогда он может общаться с родственниками для того, чтобы не занести с улицы или с работы вирусы, которые могут вызвать заболевания.